Они всю жизнь трудились на благо Отечества. Они защищали Родину во время Великой Отечественной войны. А теперь работают над красотой любимого города. Сергей Сергеевич Алехин на фронт попал, когда ему и 16 еще не исполнилось. Участвовал в Сталинградской битве. Затем получил серьезное ранение, но все же вернулся в строй. После войны продолжал служить уже офицером. Вот и во время уборки взял на себя руководство. Надо, чтобы наш город был чистый, хороший, ухоженный. Поэтому мы участвуем в этом мероприятии. Ветераны войны и труда, труженики тыла, сегодня активные общественники. Несмотря на прохладную погоду, вышли приводить в порядок территорию рядом с Дворцом ветеранов в Парке Победы. 22 апреля, как в былые времена, получился настоящий ленинский средник. И к тому же во всем мире отмечают День Земли. Мы пришли с таким праздничным настроением и с удовольствием работали, с удовольствием собирали весь, все, что осталось. Вот посмотрите, как чисто стало, правда же? Город становится очень красивым, чистым, опрятным. И я думаю, что люди на чистоту не будут так сорить. Чтобы был чисто, не надо сорить. Вместе с ветеранами на уборку вышли и сотрудники управляющей компании. Дань уважения героям стараются отдать и коммунальщики. Все заявки и просьбы ветеранов, которые поступают в колл-центр, выполняют в первую очередь. Молодым надо только поучиться у наших ветеранов, как нужно делать свою работу, как нужно организовывать эту работу. Поэтому мы им очень благодарны, что они находят еще и время, и силы. Дел впереди еще много. Надо к юбилею Победы готовиться. После уборки ветераны отправились не отдыхать, а обсуждать обширный план работ на ближайшее время. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.